Узнай-ка. Узнай-ка, что такое кек. Разработчики игры World of Warcraft разделили героев на две фракции. У каждой фракции даже языки разные. Чтобы пользователи в общем чате не могли читать сообщения о противоположной фракции, их переписка шифруется. Слова превращаются в набор букв. Когда игроки Орды пишут слово «лол», оно отображается у игроков Альянса как «кек». «Лол» расшифровывается как «laughing out loud» и переводится как «смеяться громко вслух». В тексте «лол» это аналог смайлика.